докладывают. Дрянь! Дорога через Турмавель перехвачена! Немцы! По нам попали! По нам попали! Люди в здании срочно просят подкрепление. Они под обстрелом. Кромвель на чеку. Ликвидирована немецкая цель. Да, сэр. Танк под обстрелом. Готовы к передвижению. Выдвигаемся. Танк выдвигается. Находимся под обстрелом. Получайте, гады! Немецкие танки пытаются захватить наш склад ГСМ. Уходи в оборону! Готов! В последней перестрелке наши бойцы подбили «Панцер-4». Они приближаются! Все наших указаний! Кто не спит? Кромвель атакуют! Пятую точку! Хорошо попал! Нас лупят с фронта! Держать высоту! Корпус быстрее! Группа! Понял! Беру на себя командование! Наблюдатель докладывает об атаке на склад ГСМ! Ликвидирована боевая единица врага. Очень хорошо! Атака! Пулемет! Дау! Постарайся зайти в атаку! Грузовичек инженера готовы. Отряд готов. Парни, не отставай. Под обстрелом! Гарнизон на передовой атакован. Нам докладывают, что в последнем... Дорогу через Баром перехватили. Наша территория сжимается. Гарнизон на передовой атакован. Немцы близко. Не рассыпаться и держать контрольные точки. Следи за левым флангом. Насколько строго. Держать высоту. Отлично. Сюда. Держанка докладывает о ликвидации немецкой цели. Теперь в нашем распоряжении Черчилля. Докладывают о ликвидации. Обе дороги перекрыты. Разобраться с этим мигом. Я приказан. Пулемет на подходе. Хорошее попадание, парень. Проверим, не перебьем ли мы друг друга, если что. Уничтожено.
боевая единица врага. Совершено нападение на склад боеприпасов. Правый фланг под обстрелом. Подкрепление нужно. Цель прямо по курсу. Немецкая цель уничтожена. Укрытие! Быстрее! Мы вас подстрахуем! Укрытие! Пропустили их без визы! Они отрезают нас от реки! Будь они прокляты! Двигайте в турбовине, удерживайте мост! Без него нам подкрепление не светит! Заводи внутрь! Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Пути снабжения под угрозой. Вицы пытаются захватить наш сектор. История отрезана от поставок. Уже район обслуживания, передвижные штабы. Докладывают о ликвидации немецкой цели. Берите перебит. Пулеметчик ждет приказаний. Атака с левого! Мы теряем контакт со стратегическим сектором. Разорвали наши линии снабжения. Немцы близко. Не рассыпаться и держать контрольные точки. Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Там фризы, так что всем быть начеку. Ладно, парни, выдвигаемся. Обе дороги перекрыты. Разобраться с этим мигом. Цели захватить район. За мной, парни! Немцы! Первая волна, парни! Следим за флангами. Огонь! Покажем этим выродкам, кто такие шотландцы. Thank you.
поганые, сейчас всех перемочу! Уничтожена боевая единица врага. Они убиты! Сместить огонь! Грязножопый скоты! Контролируемый нами сектор атакован. Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Немецкие войска пытаются захватить... Высовываемся, ребята! Выйти из укрытия! Если вас понял, товарищи! Отряд докладывает. Как тут баб на родине? Контролируемый нами сектор атакован. Выезжаем, сэр. Живее, мы выходим. К выходу готовы. Идем к цели. Firefly загружен. Готов, поехали. Движемся в указанном направлении. Огонь из главного калибра. Пытаются захватить один из наших стратегических районов. И что это будет? Меня наняли! Понял, выдвигаемся! Передовые пути снабжения... Они отвлекали! Танковые подкрепления в пути. Ослабьтесь, ребята. Похоже, ганцы отступают. Обе дороги перекрыты. Разобраться с этим мигом. Наш атакует панцер. Есть, готовы заняться делом. Захватываем цель. При перестрелке наши бойцы подбили Панцер 4. Подите, жми!
возвращаюсь на новую позицию. Танк выдвигается. Прямо в яблочко! Танк под обстрелом! Подтверждает прибытие к вам танка «Черчилль». Экипаж ждет приказания. Мы под обстрелом! Ресурсами. Каков приказ? Наведите на цель! Укрытие давай! Часть готова к бою. Последние перестрелки. Наши бойцы подбили «Панцер-4». Докладываю о ликвидации немецких ЦТС. Расслабьтесь, ребята. Похоже, ганцы отступают. Слышу вас! Слышим! Движемся туда. Контролируемый нами сектор атакован. Водитель, трогай! То-то и оно. У фрицев аж пятки сверкают. Вот это я понимаю. Сомневался? Ну, блин, удалось же! Ну, шотландцы дали мать их. Поживее, мы выходим. Куда прикажете? Захватываем цель. Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Освобождение Кана осталось немного, майор. Сегодня ночью ВВС засыплют его бомбами. К утру от позиции оси останутся одни щепки. И тогда третий батальон возьмет то, чего так хочет. Сегодня Кан,
Завтра Париж.